Значит, у нас сегодня вторая лекция. Будем продолжать знакомиться с инструментами, которые имеются в распоряжении инженеров по автоматизации, инструментов, связанных с методами расширенного управления процессами. То есть это нелинейные, адаптивные системы, системы автонастройки, которые могут быть использованы для улучшения качества тех процессов, которые происходят на производстве. Значит, мы сегодня в прошлый раз мы с вами посмотрели на такие стандартные средства, как PID-регулирование. То есть это такие умные коробочки, которые умеют, которые можно подключать датчики, подключать исполнительные механизмы и получать готовую систему управления. Без программирования, без погружения в теорию управления. То есть в таких коробочках, как правило, присутствуют инструменты автоматической настройки. В некоторых коробочках даже присутствуют элементы адаптивного управления. Вот. Но, тем не менее, то есть это такой некоторый первый инструмент, который, как правило, нужно стараться использовать на практике приоритеты по сравнению с остальными инструментами, потому что классический принцип, чем проще система, тем она надежнее. Вот. То есть если у вас есть возможность в технологическом процессе выделить отдельные контуры, маленькие локальные системы, которые могут управляться независимо друг от друга, вот, то есть такая система управления обычно ну, проще в эксплуатации, проще в обучении персонала, то есть можно посадить оператора на каждый конкретный участок. Может быть, что-то он там будет руками регулировать, что-то будет помогать ему PID-регулятор. Вот, периодически производить автоматическую настройку с помощью встроенных функций. Вот, это как бы такая классика управления процессами на производстве. Вот. Но, к сожалению, не всегда это возможно. То есть большинство процессов достаточно сложные. Вот, и дальше там начинаются различные вариации. Например, либо встраивать сложную технологию управления этим процессом, обучать операторов, тренировать их и быть готовым к тому, что что-то они будут делать неправильно, где-то будут срезать углы при управлении процессом, соответственно, на этом терять эффективности. То есть либо в качестве продукции, ну, качество продукции обычно удается поддерживать, вот, но чаще всего страдает, например, расход электроэнергии, расход продуктов, топлива. Вот, то есть оператор, несмотря на то, что человек достаточно интеллектуальное существо и обладает достаточно нетривиальными способностями, в том числе к управлению процессами, то есть отслеживание информации, обработка информации и принятие решений. Вот, тем не менее, человек устает, человек начинает интуитивно оптимизировать свою работу, то есть он пытается уйти от каких-то рутинных операций. Если специально никто за ним не следит, он там может что-то пропустить. То есть, грубо говоря, время реакции человека обычно значительно ниже, чем у автоматической системы. То есть автоматическая система — это там миллисекунды время реакции, у человека — это секунды. То есть где-то на три порядка человек отстает от автоматики. Вот. Естественно, что такие вещи, как обычное регулирование по обратной связи там, с одним датчиком, одним исполнительным механизмом, как правило, на практике уже такие системы уже автоматизированы, то есть стоит какой-то PID-регулятор с какими-то настройками, которые позволяют уже, по сути, увеличить время отклика системы. В первую очередь, чтобы стабилизировать ее, чтобы система не выходила за пределы каких-то заданных ограничений, ну, например, там, по температуре, чтобы там технология не нарушалась. Вот. А оператор в рамках этих диапазонов, он, как правило, уже там выставляет различные уставки, то есть ну, некоторые рабочие точки процесса в этих диапазонах, и, соответственно, система как-то там функционирует, то есть уже стабилизирована, выставляя точку, она каким-то образом выходит на эту точку сама, то есть система, по сути, получается, исходно там, например, неустойчивая система преобразуется в систему самовыравнивания, то есть она сама выходит на уровень. Вот. Тем не менее, когда появляется уже несколько таких контуров, когда у вас технологический процесс состоит из целого набора стадий, оператору необходимо уже выставлять целый набор таких точек. Зависимости между контурами начинают усиливаться, то есть поменяв настройки одного контура, у вас начинает ползти и плыть в сторону поведения другого контура. Вот, в этой ситуации человек уже может перестать соображать, что происходит.
Вот примерно то же самое происходило в Чернобыле, когда операторы вышли в не совсем удачный режим, ну, скажем так, в запрещенный режим, вот, и потеряли контроль над системой. То есть они просто перестали понимать, что происходит в системе. Вот, то есть это вот показатель того, что на самом деле, несмотря на то, что система может быть состоять из простых контуров, там контур регулирования температуры, контур регулирования давления, контур регулирования подачи материала в какой-нибудь химический реактор. Вот, тем не менее, когда эти контура начинают работать вместе, пусть даже последовательно соединенные друг с другом, попытки оператора там, подкрутить одну настройку приводят к тому, что в другом месте что-то начинает выползать в сторону, система может начать идти, вообще уходить куда-то в разнос, вот, начинает срабатывать аварийная защита, все останавливается, вот, все бегают, схватившись за голову, что делать, и там, грубо говоря, начинается процесс опять запуска установки, то есть одна из проблем как раз на производстве в том, что, например, да, есть системы безопасности, есть системы аварийной защиты, вот, но каждая аварийная ситуация, срабатывание аварийной защиты, это, как правило, приводит к каким-то расследованиям, что произошло, почему так произошло. То есть это крайне нежелательная ситуация. Понятно, что ничего не взорвется, скорее всего, хотя и такие ситуации бывают, вот там байки там про то, как там цеха заливают молоком по колено, то есть это все это реальность. Вот. Поэтому, конечно, доводить до аварийных ситуаций нет никакого желания. Вот. Поэтому часто встает задача, например, не просто управления системой по какому-то отдельному контуру локальному, а построение каскадных систем, когда у вас есть наборы контуров, и эти контура необходимо как-то координировать. То есть такой элемент координационного управления. Вот, и здесь уже, конечно, PID-регулирование начинает уже плохо работать, то есть PID-регулятор, это, как правило, его область работы – это система одного, ну, максимум двух контуров, то есть второго порядка, то есть, например, двигатель и какой-нибудь интеракционный объект. Вот, но даже в двух системах второго порядка, то есть двумя какими-то звеньями, уже могут начаться какие-то проблемы, там, связанные с устойчивостью, с выбором коэффициентов. То есть очень хорошо он работает для систем первого порядка. То есть там, как правило, не нужна никакая теория управления, там можно чисто экспериментально подобрать коэффициенты PID-регулятора, даже говорить о каких-то оптимальных значениях его. Вот. То же самое с автоматической настройкой PID-регуляторов, там для систем первого порядка они, как правило, хорошо отрабатывают. Вот. Но если у вас система состоит из последовательности объектов, если у вас еще проблемы какие-то с измерениями, у вас есть огромное количество временных задержек в вашей системе, вот, то в такой ситуации, конечно, PID-регуляторы начинают проигрывать другим методом. Вот. И, соответственно, в индустрии уже там, последние 30 лет, наверное, развивается направление, связанное с расширенным, ну, так называется, расширенное управление процессами, или, ну, это на самом деле калька, перевод с английского, в английском это называется Advanced Process Control. Это такое ключевое слово, которое характеризует все методы за пределами там релейного управления и PID-регулирования. Вот. Как правило, сюда, конечно, частично входят в том числе и PID-регуляторы, но не в чистом виде, а надстройки, которые позволяют существующую систему с PID-регулятором значительно улучшить. Вот. Мы сегодня посмотрим, поковыряемся с документацией, с описанием одного из таких пакетов, то есть пакет, который собирает себе там множество различных методов, которые позволяют вам без какого-то там программирования, без погружения там в теорию оптимизации, в моделирование, ну, моделирование придется, конечно, заниматься, но в меньшей степени, вот, без погружения во все эти области собирать системы нелинейного адаптивного управления. Вот. Конечно, эти методы, они достаточно простые. Вот. То есть это такой некоторый промежуточный этап между тем, чтобы, например, использовать обычные PID-регуляторы, то, что общепринято. То есть они простые, они понятные, очень легко объяснить операторам, что они делают. То есть отклонился там на 10 градусов и, соответственно, там в 10-кратном размере увеличил там, открыл поток вещества в реактор. То есть достаточно простая логика. Вот. Здесь идея уже в том, чтобы, например, эту логику усложнить с целью повышения эффективности управляемого процесса. Вот. И сегодня мы вот посмотрим такой пакет. Называется Sematic.
Это компания Siemens, они, ну, они одни из лидеров в системах автоматизации. То есть они предлагают такой пакет PCS7, это Process Control System. Это система для построения распределенных систем управления. У вас, по идее, должен был быть курс по SCADA-системам, по построению распределенных систем предприятий, управления процессом технологическим. То есть в целом, как бы вот здесь они вот рисуют, у них общая картинка того, как выглядит система автоматизации на предприятии. То есть начиная там от нижнего уровня, датчики, исполнительные механизмы, какие-то контроллеры, там частотные преобразователи и выше там, да, то есть системы там локального управления, какие-то персональные станции, какие-то панели операторов, там до уровня цехового, то есть где уже стоит некоторый сервер, на котором собирается информация обо всех устройствах. Вот и дальше выше на уровне SCADA-системы, то есть комнат оператора, пультов оператора, где они сидят там в команде, отслеживают происходящее в их системе. Вот. И дальше выше уже системы, связанные с планированием производства, системы управления жизненным циклом изделия, системы ну, по сути, управления ресурсами, то есть это экономика. Вот. И, собственно, Siemens предлагает вот сбоку отдельную систему, PCS7, это Process Control System, то есть это такая некоторая вертикально интегрированная среда разработки, которая позволяет вам одновременно заниматься и панелями оператора, и программированием каких-то контроллеров цехового уровня, и в том числе локальных систем управления. Вот. И все это позволяет делать с, грубо говоря, одного рабочего места, то есть такой некоторый пульт управления инженера по автоматизации, такое кресло волшебное, где вы там сидите и там мышкой определяете, где у вас какие датчики, где какие контроллеры, какие программы в какие контроллеры загружать, где какая информация будет браться, где что управляется. То есть Siemens, он тут такие несколько параллельных продуктов у него есть. Есть вот тебе портал, это система, которая объединяет вот весь этот уровень, да, до SCADA-систем. Хотя в последнее время уже и SCADA-системы они сюда начали включать, но, правда, на уровне панели операторов. Вот. Есть у них отдельно VNCC, да, система, которая позволяет там строить уже SCADA-системы полноценные. Вот. А параллельно с ними существует еще PCS7, который позволяет такую тоже некоторую такую вертикальную интеграцию делать. То есть в одном продукте разрабатывать сразу всю систему автоматизации. То есть если тут у каждого какой-то свой маленький продуктик, вот, то, который объединен в какой-то общий интегральный пакет, но при этом там нет, например, высокоуровневого координационного управления, то здесь уже включается еще и координационное управление. Вот. Ну, честно говоря, мне трудно судить о том, как эти две ветви сосуществуют, вот, но, по крайней мере, там, из общения следует, что например, по стоимости разницы особой нет там между вот использованием VNCC и плюс вот этих стандартных средств автоматизации, да, и использованием только вот этого пакета. Вот. Но при этом как бы есть преимущество в том, что, например, вы все делаете в одном пакете, там все как бы красиво склеено, то есть не нужно тут никаких костылей городить, чтобы состыковать одно с другим. Вот. Ну, естественно, там, скорее всего, есть какие-то свои тонкости. Там, подозреваю, что есть проблемы с интеграцией с внешними какими-то устройствами. То есть, конечно, поддержка стандартных интерфейсов, там, и UPC, например, вот, но думаю, что, конечно, вот эта система больше заточена на сименсовские продукты. Вот, ну, это такое просто общее понимание того, что такое PCS7, то есть это не только Advanced Process Control, это, в первую очередь, это все-таки про интеграцию. То есть как создавать большие, сложные, распределенные системы с минимальными затратами на проектирование, то есть без вот этого вот зоопарка инструментов, который тут описан справа, да. Вот. Но при этом как бы не быть готовым к тому, что придется оттачиваться там на какие-то инструменты, то есть какие-то стандартные инструменты, которые предлагаются в рамках этой идеологии. Вот. И Advanced Process Control здесь идет на самом деле просто как дополнение, то есть помимо того, что вы можете спроектировать вашу систему целиком там, на уровне оборудования, на уровне датчиков, на уровне программируемых контроллеров, вы в то же время имеете в распоряжении библиотеку Advanced Process Control, с помощью которой вы можете реализовывать функции расширенного управления процессами. То есть не только PID-регуляторы, которые реализуются там в любом контроллере, сейчас есть готовые функциональные блоки, но и дополнительные блоки, связанные с автоматической настройкой, связанные с методами, которые вот мы сегодня рассмотрим.
Вот. И чем этот пакет хорош, хорош для нас хорош? Тем, что здесь описываются такие общие, общие подходы к управлению сложными процессами, которые, ну, достаточно сложно выудить из там, научной литературы, из учебной литературы. То есть в учебной литературе там обычно и в научной обычно начинают рассказывать, ну, как бы больший уклон в сторону там, математики, теории управления, что в целом очень полезно в перспективе. И мы тоже будем рассматривать такие работы. То есть мы начнем наш курс с таких, такого нижнего уровня, где достаточно простые идеи рассматриваются. Вот. А дальше будем двигаться уже в сторону усложнения идей, пытаться глубже разбираться в том, как устроены вот, подобные инструменты. То есть в этих инструментах тут описывается общий подход. Вот что там у них под капотом, очень сложно выяснить, потому что все это проприетарное, все это закрытое ПО, то есть нигде вы исходников не найдете. Вот. Но, тем не менее, нужно в первую очередь понять, зачем это нужно. Вот. И в этом плане такие вот материалы, которые производители выпускают, они называются white papers, то есть рассказывают о своих продуктах и в первую очередь о том, где они применяются, для чего они могут быть полезными. Здесь, конечно, есть элемент маркетинга всегда в таких продуктах. Это нужно уметь отфильтровывать. Вот. Но, тем не менее, есть очень много полезной информации. То есть это такое проверенное временем решение, различные подходы, которые имеют некоторую возможность внедрения на производство. То есть кто-то уже такие системы внедрял, а значит, решил задачу, например, убеждение заказчика, что это необходимо, убеждение преодолевал скептицизм операторов, которые всегда так достаточно скептически относятся к любым нововведениям, ну, в силу того, что они им эксплуатировать эту систему, то есть они будут операторами, будут управлять этой системой, и они меньше всего заинтересованы в том, чтобы в ней что-то менялось, потому что они уже умеют управлять этой установкой, и им что-то новое изучать, у них как бы есть определенный консерватизм. Плюс, опять же, они будут за все отвечать, нести финальную ответственность, они будут за все, то есть за любые взрывы, за любые аварии, в первую очередь с них будут спрашивать. Вот поэтому они всегда так скептически относятся к любым нововведениям, и в том числе к вот всяким таким новомодным штучкам, как они считают, как Advanced Process Control, хотя этим штучкам уже лет 20, если не 30. Вот, то есть как минимум там PCS7 пакет там чуть ли не с 2000-х годов существует. И сейчас, по-моему, там уже то ли 8-й, то ли 9-й вышел номер. То есть это, по-моему, статья 2008 года. Вот. Но, тем не менее, не так уж сильно все поменялось в отрасли. То есть все эти процессы, они как 40 лет назад были, так они до сих пор и есть. Все вот эти тулбоксы. То есть это такая хорошо проверенная временем классика по расширенному управлению процессами. Вот. Значит, и мы, соответственно, сегодня просто пробежимся, посмотрим, что рекомендуют, как это использовать. Там я буду делать какие-то лирические отступления, возможно, предполагая, как это может быть устроено. Вот. А дальше по курсу мы будем смотреть уже глубже, то есть брать различные, ну, будем смотреть не только вот методы, которые здесь есть, а вообще в более широком смысле. И часто, кстати, надо иметь в виду, что вот, когда здесь, например, говорится PID-регулятор, по факту это может быть уже и не PID-регулятор, просто он так называется. То есть чисто с точки зрения маркетинга его так назвали, с точки зрения продвижения. Вот, там может быть уже куча разных свистелок приделана к нему, и он уже совсем не PID-регулятор становится. Вот, то есть тут тоже нужно понимать, что в промышленности есть там ряд ключевых слов, ключевых фраз, там, PID-регулятор, там, Model Predictive Control, там, Predictor Smith, там, Feed-Forward Control, то есть это такие мифические названия, за которыми может скрываться практически все, что угодно. То есть человек подразумевает там что-то очень простое, вот, на уровне, человек, я имею в виду оператор, он подразумевает что-то простое на уровне вот таких вот, ну, они, конечно, такое не читают, вот, но им проводят другие тренинги, где объясняют, зачем это нужно, как это позволяет улучшать технологический процесс, оптимизировать его, там, увеличивать прибыльность, снижать аварийность системы. Вот. И они, соответственно, тоже уже на такие слова начинают потихонечку реагировать. Вот. Ну, правда, не всегда позитивно, то есть всегда будет встречаться какой-то скептицизм в их словах. Вот. Но, тем не менее, они тоже люди, их можно убеждать, их нужно убеждать, нужно объяснять. То есть, как правило, простые процессы уже все автоматизированы. Вот. И сейчас уже как раз речь идет о том, чтобы бороться за повышение эффективности производства. В том числе за счет того, что вводятся различные стандарты,
в производстве. То есть они периодически обновляются, там и по выбросам, например. То есть сейчас, например, активно в мире идет война с выбросами углекислого газа. Вот. И поэтому, например, там на каждом производстве начинают вводить различные квоты по выбросам. Вот. Если вы квоты превышаете, вы начинаете за это платить деньги. И это достаточно сильно бьет по карману производства, по карману владельцев. Поэтому они начинают обращать внимание уже не просто там на «сделайте как-нибудь», чтобы просто шел какой-то продукт. Вот. Они уже начинают обращать внимание на оптимизацию процессов. То есть как добиться того, например, чтобы при той же самой производительности, при тех же самых трудозатратах и затратах там, ресурсов, топлива, получать тот же самый продукт с тем же самым качеством, но при этом минимизировать, например, выбросы. Вот. И огромнейший потенциал здесь – это автоматизация. То есть то, что раньше делал оператор, и можно было спихнуть на оператора, вот, к сожалению, вот, как мы сегодня увидим, оператор все-таки проигрывает. Даже несмотря на то, что есть локальные системы управления, которые стабилизируют отдельные локальные контуры, все-таки даже на уровне выставления каких-то рабочих точек в процессе оператор очень сильно проигрывает в системе управления. Вот, поэтому вот то, что касается сейчас Advanced Process Control, он начинает набирать популярность. То есть если там лет 10 назад все плевались в него, говорили, зачем это нужно, там лет 5 назад передовые компании, в том числе в России, вот я знаю, что есть компания Intai, которая очень активно это внедряет на своих проектах. Вот, и сейчас это уже становится таким популярным направлением, то есть людям нужно продавать новые проекты, и один из потенциальных ниш – это как раз Advanced Process Control. То есть, ну, помимо всего остального, там, все, что связано с индустрией 4.0, там, начиная от всяких интеллектуальных датчиков, которые там по Wi-Fi вам данные скидывают, вот, в том числе и вот как отдельное направление – это Advanced Process Control, то есть углубление больше в технологию, в то, как оптимизировать процессы, то есть как сделать жизнь лучше. Вот, это всегда очень хорошо продается, тем более сейчас вот всякие регулирующие органы начинают поджимать. Ну, в первую очередь, конечно, на Западе, то есть связанные с выбросами, с экологией. Очень активно сейчас, ну, в том числе, ну, у нас вот больше из всех этих направлений, которые там на Западе популярны, у нас больше всего популярно направление, связанное с энергоэффективностью, то есть повышение энергозатрат. Это достаточно хорошо продается, потому что снижение электроэнергии дает прямую выгоду вам, потому что вы платите деньги за электричество, если вы владелец предприятия. Вот, если вы говорите, что вот мы тут сейчас чуть-чуть, ничего не надо покупать из железа, все уже есть, все настроено, мы сейчас просто подкрутим немножко, там, маленький пакетик установим вам на операторскую станцию, вот, и, соответственно, там снизим потребление там, на 5%, условно говоря. Там, он посмотрит, сколько у него потребления, там, не знаю, 1 000 000 рублей в месяц, например, да, и 5% это 50 тысяч рублей в месяц он будет экономить. То есть он будет готов вам там заплатить 100 тысяч за настройку вот этого пакета, особенно если у него уже такой PCS7 стоит, да, ему просто там чуть-чуть поднастроить надо его, то есть прикрутить вот эти библиотеки, которые входят в состав. Вот, и, соответственно, это сразу, это очень легко объяснить заказчику, очень легко объяснить операторам, то есть, что не нужно тут останавливать производство, монтировать какие-то новые датчики, не нужно покупать какое-то новое оборудование, нужно просто взять и использовать то, что уже есть, то, что уже установлено. Вот, в этом плане вот этот пакет PCS7, он достаточно интересен, потому что его, ну, может, я не скажу, что он там очень распространен, то есть чаще всего все-таки ставят VNCC и обычные инструменты, то есть, как правило, там на коленочку что-то собирают, вот, а такие централизованные пакеты, их, ну, пока не так активно используют, хотя уже интерес есть. Вот, соответственно, здесь преимущество как раз в том, что можно взять готовое решение, которые компания Siemens предлагает. И, в принципе, тут все уже склеено. То есть и с контроллерами связь есть, и понятно, как это все будет реализовано. То есть в отличие, например, от тех связок, которые там предлагает MATLAB, где вы что-то там в Симулинке собрали какую-то схему, потом использовали какой-то там PLC-кодер, который вам сгенерирует какой-то код для какого-то контроллера. Потом непонятно, как этот код контроллера еще потом встраивать в вашу систему управления, насколько он там надежно работает. То есть здесь все-таки речь идет о том, что уже есть какое-то коробочное решение, есть такой классический набор инструментов для расширенного управления процессами.
Есть примеры того, как это использовать. То есть здесь даже у них тут, мы посмотрим, есть шаблон системы управления на базе расширенного управления процессами. То есть там строится каскадная система управления ректификационной колонной для разделения нефтепродуктов. Вот, то есть можно брать за основу этот пример, адаптировать его под ваши нужды. То есть, может быть, не обязательно ректификационная колонна, можно посмотреть, как что где работает, где какие настройки нужно проставить. То есть в отличие от матлабовского решения, где необходимо еще применить определенную смекалку, как это все встроить в вашу систему, вот здесь уже почти все за вас сделано. То есть вам практически даже ничего программировать не нужно. То есть вам нужно просто мышкой потыркать, собрать схему, там сразу же у вас будет идентификация процессов и определение параметров модели, и настройка коэффициентов на основе этой модели, и построение там многоконтурных систем. То есть все это уже есть. Вот. Вам нужно просто понимать, как это устроено, как это работает, как это, самое главное, как это применить. То есть сейчас огромный дефицит в том, как, то есть в таких системных инженерах, которые понимают процессы, понимают, как применить различные методы для решения конкретной задачи, то есть чтобы сделать заказчика счастливым, чтобы он с радостью расставался там со своими деньгами, приносил их в ту компанию, где вы будете работать. Вот, значит, соответственно, мы сегодня погрузимся в этот прекрасный документ. Значит, он на самом деле не очень большой, тут всего 25 страниц. Значит, ну и вот они вот такой классический маркетинговый ход, да, они ссылаются там на такое известное исследование, где вот было, ну, 2008 года исследование, где было показано, что всего треть систем управления функционирует на приемлемом уровне. То есть вот там как бы делать особо нечего оптимизировать, там более-менее все нормально настроено, там операторы хорошо обучены, процессы относительно простые. То есть в целом там вот этот Advanced Process Control, он не нужен. Но это всего лишь треть систем. Вот. Я более чем уверен, что в России там за 15 лет ничего особо не изменилось. То есть по-прежнему там две трети систем, а то может быть и больше, они либо вообще неудовлетворительны, то есть там на какой-то границу, то есть как open loop, да, с открытым контуром, вообще без обратной связи существует. То есть тут даже пид-регуляторов нет, тут просто есть какой-то чан, куда там сваливают какие-то реагенты, там стоит какой-нибудь гастарбайтер, который там лопатой мешает все это, там еще потом сверху плюют там для технологии, соблюдения технологии. Вот, и как-то все это функционирует, да, выдает какой-то продукт, ну, там, не знаю, погода поменялась, у них там качество там скакнуло куда-то в сторону. То есть никакой компенсации возмущающих факторов, никаких обратных связей, никаких там факторов старения. То есть все вот на каком-то таком интуитивном уровне делается. То есть сидит оператор, что-то там двигает на экранчике. И вот и только он знает, короче, как этим процессом управлять. Ну, может, конечно, там есть какие-то инструкции, есть описание технологического процесса, есть там свой отдел автоматизации, который там отвечает за датчики, за исполнительные механизмы. Вот. Но они там целиком погружены вот в это вот железо. И вот то, что касается алгоритмов управления, для них это не сильно интересно. Вот. Есть еще там целый разряд систем, где вроде бы есть обратная связь, но она плохо настроена, либо вообще никак не настроена. То есть решаются в первую очередь задачи, там, связанные с стабилизацией, с безопасностью, то есть удержание системы в каких-то рамках, то есть вот эти параметры, там, температуру, да, удержать в каком-то канале, например, от минус 30 там, до минус 10. Вот, при выходе за этот диапазон там срабатывает какой-нибудь реле, который систему обратно подтягивает. Вот, и как-то она вот так вот плывет, так аморфно перетекает там система, что-то там происходит в ней, там сама своей жизнью живет, вот, но при этом как бы никто не запаривается там насчет оптимизации процессов, не заморачивается над тем, что можно, вообще говоря, сэкономить ресурсы на том, чтобы просчитать какую-то оптимальную траекторию, по которой должен происходить технологический процесс. Вот. То есть в целом существует целый огромный потенциал для применения этих инструментов. Ну, понятно, что здесь материал маркетинговый, поэтому тут, конечно, еще отдельно нужно изучать, насколько он достоверен, но в целом я много раз встречал ссылки на вот этот материал 2008 года. Вот. Ну, здесь, конечно, надо тоже скептически к этому относиться. То есть, да, есть некоторые исследования. Было бы интересно, конечно, понять, что это за исследование. Я, честно говоря, сам туда не залазил, не смотрел. Вот. Но, тем не менее, если вы будете инженером, будете ходить на выставки, вы всегда будете сталкиваться вот с такими красивыми картинками, где показано, что вот вы здесь, а мы вам предлагаем прийти сюда.
Там, и, соответственно, вам это... Там, вы там, ну, вам достаточно только купить наш продукт, и вы там окажетесь здесь. Ну, ничего подобного, так не бывает. То есть, как правило, сам по себе продукт еще, то есть, купив там 20% этот пакет, да, PCS7, вы не окажетесь автоматически вот здесь. Скорее всего, вы окажетесь здесь первоначально. Вот, и чтобы сюда перейти, вам нужно не только покупать, вам нужно еще разбираться в том, что это такое, разбираться в вашем технологическом процессе и в том, как применить вот эти пакеты. То есть это на самом деле просто инструмент, а как его применять, это будет ваша головная боль. Значит, у всех этих компаний Siemens, у них есть свои инжиниринговые подразделения, которые, по идее, могли бы вам помочь. Вот. Но это будет стоить дополнительных денег. Поэтому здесь вопрос в том, ну и кроме того, помимо денег, даже если у вас здесь деньги, вам важно, чтобы вам лапшу на уши не вешали. Вот. Поэтому в любом случае вам, несмотря на то, что есть готовые пакеты, вам нужно всегда разбираться в том, как они устроены, насколько это применимо к вашей конкретной установки, потому что вот если вы окажетесь здесь, может быть, это не из-за того, что вы там отсталые, а просто потому, что у вас процесс такой. Вот, и вот эти все пакеты там новомодные, они просто у вас неприменимы. Вот, то есть там у меня была в свое время дискуссия с Сергеем Евгеньевичем, это у нас тоже есть преподаватель, который ведет, по-моему, локальные системы управления, электромеханические системы. Вот, он очень долгое время работал и работает на месторождениях нефтяных, где вот происходит как раз подготовка природного газа для транспортировки. Вот, там различные сепараторы, очень сложные процессы химической промышленности, нефтехимической. Вот, и у них тоже там приезжали люди, активисты, которые предлагали им вот на базе, там, ну, не знаю, какой конкретно пакет, ну, допустим, PCS7, реализовать вот, расширенное управление процессами. Вот, он говорит, там, красивые презентации показывали, как все классно работает. Вот, но вот у него был один такой смертельный вопрос, который просто их в ступор поставил. Вот у них есть, у них по технологии там может приехать служба, которая там закачивает какой-то реагент в установку для того, чтобы предотвратить там образование там какого-то налета. Вот. И когда они это начинают делать, там весь процесс идет просто наперекосяк. Вот. Его очень трудно прогнозировать, то есть это просто вот на уровне организационном просто полный бардак. Вот. И это основная причина, почему у них, например, вот они находятся вот в этой зоне. То есть не потому, что нет пакетов или люди не знают, как ими пользоваться, а просто потому, что есть определенный организационный бардак на производстве. То есть абсолютно не отдельные службы, которые живут такой-то своей жизнью, вот они решили, что им надо. У них есть какой-то показатель, они за ним следят. Они видят, что у них там налет образовался. И они, никого не спрашивая, просто едут и начинают закачивать туда реагент. Просто потому, что вот им так проще. Потому что если они это не закачают, у них начнется там какая-то коррозия, там портится установка начнется. То есть их приоритет, он на первом месте. Вот. А то, что параллельно там работает какая-то автоматическая система, которая пытается оптимизировать процесс, там снизить электропотребление, вот, очень сложно до них-то донести. И поэтому вот они находятся, вот, например, в этой зоне, то есть у них сидят там операторы, которые их вот уведомили, что мы там что-то закачали. И они видят, да, у нас действительно что-то поползло сюда вниз. Вот, они начинают это корректировать. Вот, а маркетологи, которые приезжают к ним и там говорят, вот у нас есть там пакет PCS7, и он позволит вам переехать отсюда сюда. Вот, конечно же, там, те люди, которые работают на месторождении, понимают, что чтобы сюда переехать, это нужно сначала организационно все поменять. То есть договориться со всеми этими службами, которые эксплуатируют этот объект, потому что этот объект, он достаточно огромный, там, это, ну, там эти ректификационные колонны, они там достигают сотен метров, ну, 90 метров могут там высотой быть, это 30-этажный дом. Вот, и как бы там сотни людей, которые обслуживают эти колонны, и как бы вот просто организовать их работу, чтобы никто там друг другу не мешал, договориться с ними, что вот, ребят, у нас будет автоматическая система, которая будет управлять процессом, вот, и прежде чем вы там что-то начнете загружать в вашу колонну, вы сначала там зайдите в систему и отметьте, что вы начинаете загружать. А еще вы должны как-то предоставить информацию системе о том, что вы собираетесь загружать, в каком объеме, то есть это дополнительные измерения нужно проводить, дополнительная операция технологическая. Вот, и все это наталкивается на огромнейшие организационные проблемы. Вот, поэтому, да, вот это, конечно, маркетинг маркетингом, красивые картинки, но всегда надо понимать, почему вы здесь оказываетесь. То есть действительно ли проблема в том, что у вас плохие алгоритмы управления? Чаще бывают организационные проблемы, и, возможно, вам достаточно будет просто организационно договориться о том, как вы будете учитывать там те изменения, которые там в разнобой вносятся в систему, с тем, как функционирует ваша система управления. То есть помимо покупки продуктов
того же там Siemens, например, вы еще должны понимать, как это будет организационно реализовано, потому что вы как системный инженер будете отвечать головой за любую инновацию, которую вы будете делать на производстве. Отчасти поэтому люди, которые работают на производстве, очень консервативны, потому что их уже не раз били по голове за то, что они делают. Вот, поэтому они очень скептически относятся к инновациям, понимая, что основная ответственность, основной груз работы будет ложиться на них, в первую очередь организационных. Потому что там ребята из Siemens в галстучках, в пиджачках, они как бы приедут, запрограммируют, вот, но потом скажут, что ну вот все остальное организационное и внедренческое – это ваше. Как бы мы не можем влезать в ваш процесс, мы не знаем никого здесь, поэтому мы как бы все, мы как бы свою работу сделали. Вот. А дальше деньги потрачены, получен какой-то программный продукт, а как его использовать – непонятно. Вот, поэтому вам, как системным инженерам, не все из вас, скорее всего, окажутся на месте сотрудников Siemens, которые будут продавать что-то несчастным производственникам. Вот, вы, скорее всего, будете системными инженерами, которые находятся на производстве и должны будут все это поддерживать, потому что топ-менеджер скажет «надо», Siemens приедет, скажет вам «вот вам компакт-диск с продуктом», а дальше будет уже ваша головная боль, как перетащить с помощью всего этого отсюда вот сюда. Так, у нас сейчас произойдет перерыв, закончилось время бесплатное для Zoom. Вот поэтому, сейчас